Над ними, правда, есть игроки. Бестолочь. Аккуратно нужно разыгрывать Андрею. Видит он оппонента. Нок первый. Будет тут же забирать. Хорошо. А тут смс-очки-то подходят. Мимо проезжают смс-очки. Можно пытаться набревать. Тут целые... целые просто... кульбитные там... Ага, отлично. Забрали одного, но развернулась остальная команда. Нет, все-таки сберили еще двоих. Нашли. Найдены, обезврежены. Сеня. Плюс поинты для ребят. Бестолыч с Кембой. Перекатываются. С нами летят. С нами летят. Сейчас может встречать игроков команды НАТО Свинцера. Будет зажимать. Не будет. Будет. Да, пытается зажимать. Зажимает он по одному. По табу, по Кембе. Нокнул Кембу. Но тут же его набревает Бестолыч. Вообще без вариантов. Бежит, бежит тиммейт один, бежит тиммейт два. Бестолыч пытается собрать информацию. Нажимает по Бестолочи, получает урон Бестолыч. Но есть все-таки ног. Рубой под конец смог зажать. Да, нокает еще и сильного. Рубой отгоняет, нужно поднимать сильного. Уже не до того момента. Там 12-й зарубились у нас с командой Кличко. Есть разрез на краю. Да, будет разрез. 12-м сложно, там еще и гиперионы вышли на эту драку, таб реагирует, очень как здорово, у таба лоу хп, нужно закиляться, но нет, зажимает его до конца, все-таки не дают, подбирают таба, разрезаться, разрезаться в смоках, если сейчас разрезает Сеня, ну Сеня один, ну да, поднимет Кембу, а дальше, но мы знаем, Сеня может, Сеня, максимальная реакция, просто моментальная, максимально кайфовая реакция, невероятно быстрая, в спину работают, да, сжимают молодые люди из конкурирующей команды. И это СНГ коллектив, второй поджимает Сеню, Сеня продлевает смоки, пытается засейвиться, получают урон, его нокают. Нужно как-то его поднимать сейчас, поднимет, Кемба должен его поднять, Бестолыч пытается разыгрывать. Гиперион отступили обратно в заправку, понимают они, что уже потеряли одного, хорошо работает Кемба. Бестолыч разогревает хаешку. Полетела. Это должна быть хорошая хаешечка. Должна быть рядышком. Очень близенько. Но тут Тапзейл. Просто Тапзейл ставит отличный хедшот в смок. Кемба. Нокает на Набата. Сеня. Кемба живет. Кемба знает, есть инфа за дерево. Молодой человек. Зажимают. Отличный спрей от Сени и Кембы. Вдвоем они здесь разрулили ситуацию. Лежит перед тобой противник. Кемба видел, видел голову. Хорошо. Забирает от последнего игрока команды Кличко. И остаются два парня из команды Тест-Тест. Ну что, 3 в 2. Ситуация 3 в 2. 17 киллов у команды НАТО Свинцера. Кто там говорил, что Нави не играют? Сеня разыгрывает активно вокруг дома. Собирает информацию. Мансит. Будет закидывать сейчас хаешками. Взрывается еще хаешка от Кембы. Отлично. Залетает. Все. Четко заканчиваются у нас последние игроки команды Тест-Тест. Кемба 19 поинтами, как говорится, для своей команды дарит топ-1. Хаешечка! Отличная хаешечка от Бестолчи! Отлично, Хибака добирает гусяра, также еще и упал на коленки. Попытался вылезти вейт и в голову получил от Кембоса. Как же это было здорово сейчас разыграно. Переход достаточно сложный, они просто на край зоны только подошли. Тут еще и НАТО Свинцера пытаются взрывать им хаешки. Только отхилялись, Бестолыч нокает одного. И смоков нужно выходить. Бестолыч добирает тут же. Хорошо, работает Кемба еще. Хаешечку разогревает. Бестолыч, полетели хаешки. Должны хорошие быть хаешки. Взрываются молодые люди на фоксах. Последнего игрока забрал Бестолыч. Топ-6 для фоксов, фокс 2. Ну и ПТ на нежность уже топ-5. Лежит и не шелохнется у нас игрок ПТ на нежность. Это Файк. Нашел, нашел его Кемба. Ай, отлично, все прочекали, все закрыли. Кемба. Хорошая по смешу прилетела хаешка. Бестолочи очень много урона прилетело. Закидывает по голове. Взрывают всех игроков команды Digital Athletics. Ребята из НАТО Свинцера. Нужно разыгрывать микси. Смоки раскрываются. Все будет в смоках происходить. Бестолыч. Нокает Ибицу. Ой-ой-ой, полетела флеша. Ворикс под флешой. Бир от зоны. Кемба. Есть инфа у Кембы. Зацелил Ворикс.
оппонента. Зона поджимает, ни в коем случае нельзя, хорошо, на двоих разрабатывают игроки команды Natus Vincere. Остается у нас Борикса, добирает Микси, какой же хитрый Микси, Микси ослеплен, Микси прилетает, еще одна слеповая, что у нас, мифы умирают от зоны, остаются, Кембу можно поднимать, нет, Кембу он не будет поднимать, через флешу, за зоной у нас Микси! Хорошо, Бестолочь продолжает бахать со своего авика. Остались липульки. Вот Велихоз уже отдыхает. То, о чем я и говорил. Очень быстро закончится Велихоз. А Данимон? А по Данимону-то была инфа. Данимон открылся. Отлично. Данимону в сейф. Скушать аптеку. Таб. Нокает Элерси. Остается один Рэнди. И Данимон. Данимон может еще и до топ-2 дожить. Данимону бы вообще на самом деле избегать всех этих стычек с командой Natus Vincere. Не умирать. Отлично. Данимон, красавчик. У тебя всего лишь 6 секунд. Ну, смотри, как аккуратно действуют игроки команды Natus Vincere. Все, последний игрок Данимон. Его видели. Отлично. Кеба забирает последнего Данимона. И 16 киллов. Топ-1 для Natus Vincere.